Кино что снимаешь прямо? Ну, ты кино? Хорош, хорош. Ну что, хорош, что ты стесняешься-то? Да. Ну, Валёв, не стесняйся. Да. Я это, сам не стесняюсь. Это же для себя. Так вот, нам Серега готовит блюдо, называется хашлама. Это сколько? Это чинок наш. Настоящее армянское блюдо готовится русскими армянами, да? Нормально русскими армянами. Это вот сначала Серега так вот мясо укладывает, да? Ничего себе. Куски какие прям здоровые. А это сколько вот котел-то он вообще, емкость у нее? 10 килограмм, короче, мяса, да, на 10 килограмм. Сколько головок лука? 5, по-моему, было, да, у тебя? Перчит. О, ничего себе, прям, смотри-ка. Конкретнее там укладываем. Да, уже слюньки, вон у нас уже костер. Все в природных условиях. Почти. Гоша, да, Гоша, помаши ручкой. Все впечатляем, все в историю. Ну, а потом так перчик. Вообще клево. Смотри, что. Да мы сейчас бросим все, ну. Сядем за этот казан, будем сидеть у него. Вот это вот тема пошла. Второй слой, да? Ух ты, прям. Так что учитесь, пацаны. Как называется его? Хаш. Хашлама. Блюдо хаш. Да? Серега, вот если бы ты комментировал вообще бы, был бы вообще чуть-чуть. Как ясь комментирует. Ну, да. Гламурненько укладываем. Вот ты же комментируешь, не я. Да нет. Ну, смотри, что прям чудо. Вот эти вот, наверное, надо было куски наоборот вниз самый положить. Нет? Почему? Все готовится, собственно, спокойно. Так, так лучше бы, да? Ну, потом все равно перемешаем. Кто костровой? А? Костровой. Костровой все поджигать можно? Давай, чиркай, далеко. Есть? Есть, есть, да. На. Брателло. На, брателло. Ваш выход, брателло. Да вообще прям все разворачивается не на шутку. Вообще прикольно. Валю, комментируй о происходящем. Все нормально. Техника безопасности для людей. Каска, огнетушитель. Огнетушители. Вода, гидран. Вот это у нее еще нападет. Конечно, воду надо было. Да, казанчик прям такой приятненький, да? Он уже радует глаза. Конкретный.